Высокие технологии. Хай-тек. В этом колумбийском городке, расположенном недалеко от столицы страны, находится компания, которая разработала новые пуленепробиваемые жилеты. Как заявляют специалисты, эти жилеты одни из самых прочных, имеющихся на рынке. А еще одно их достоинство – они изготовлены из таких материалов, что жилет оказывается почти незаметным под одеждой. Но компания выпускает и иные средства защиты. В номенклатуре продукции имеются даже пиджаки и рубашки с уровнем защиты от пуль от второй до четвертой степени. Третий уровень обеспечивает защиту от очереди, выпущенной из автомата Калашникова. Как выясняется, защитное качество имеет ткань, точнее волокна, из которых она изготовлена. Производитель не раскрывает точный состав волокна, но из его слов становится понятным, что речь идет в том числе и о сверхпрочном пластике. Еще одно качество – пуленепробиваемых жилетов, пиджаков и иных предметов гардероба – они гибкие и легкие. В самом начале мы приняли решение, что наши разработки должны быть легкими, незаметными, удобными для ношения. Кроме того, они должны, по нашему замыслу, быть способны регулировать температуру тела и впитывать пот, а также иметь хорошие термостатические качества. На глазах съемочной группы были продемонстрированы защитные возможности продукции. Сам Мигель Кабальера предложил выстрелить в него из пистолета крупного калибра. При этом, разумеется, он не забыл надеть элегантную кожаную куртку, которая, несомненно, обладала пуленепробиваемыми качествами. А затем они с журналистом поменялись местами, и журналисты-куртка выдержали этот экзамен с достоинством и без ущерба физического и душевного.